Дорогие друзья, по совместительству зрители и мои ученики, давайте договоримся в этот раз просто без лишних слов. Я рад всех приветствовать, действительно рад. Спасибо, что сегодня заглянули на этот урок географии. С вами географ Александр Булочкин. Спасибо вам за ваши лайки, оценки, так скажем, которые вы ставите своему учителю, то бишь мне. Спасибо за то, что поддерживаете дисциплину на уроках, а именно приготавливаете какие-то вкусняшки заранее. Всем приятного аппетита, собственно говоря. Там удобно располагайтесь, у нас не нужны никакие контурные карты, все это такое. И вы знаете, мне нужна вера, чтобы вы немножечко поверили в своего учителя. Я же как учитель, ну реально хороший мужик. Ну, без всяких там двоек, вот это вот, мы с вами. Лучше учителя не найти в этом плане. Конечно, по поводу знаний я не буду говорить, а вот в плане того, как отношусь, там все дела, я думаю, что я хорошенький. Поэтому, друзья, просто вера, просто ваша оценочка, и мы начинаем. Все. 685, бля, я бы сейчас не вылечится в самом начале. Ну, пиздец, блядь. Просто у меня Супермен какой-то, блядь, играет, 798 у него очков. Заебись, блядь. Какие-то поля, деревья, блядь, как сейчас. Вот опять вот эти долгие паузы между уроками географии. Ну, не до добра, блядь, не доведут никогда. Ну, это Польша, блядь. Как ты это понял? Не знаю. Какая-то Польша. Это не Польша, Санек. Это, блядь, Номера маленькие. Пиздец. Это имя-фамилия, блядь, перечеркнуто. Охуенно, просто, блядь. Просто отлично. Просто супер. Ну, слушайте, мне нравится, что он мне отвечает. Я не знаю, что это. Я, может быть, туп? Вообще, чем-то мне хочется сказать, что похоже, может... Бля, я не знаю, но это, наверное, Европа все-таки. Ни одной машины толком нет. Блядь, какая-то фигня желтая. Что это такое, блядь? Номера черные какие-то. Что это? Я не знаю, что это! Это просто так. Просто потому что я... Это... Блять, ну что, зачем? Почему черный номер? Пиздец, просто пиздец. Я поставил, если что, не потому что я подумал, что это Турция. Я понимал, что это не Турция. Просто я подумал, что ближе... Сингапур? Не, подожди. Охуенно я зашел, блядь, поиграть в уроки географии, конечно. Левый руль. Корея и Тайвань. Блять, надеюсь, что Тайвань. Корея. Это что за херня? Это что это? Так, Саня, подожди, стопэ! Нет, давайте мы сейчас просто забудем про то, что вот сейчас было. Просто. Я не знаю, зачем я выбрал Тайвань, если это была Корея. Если там Kia, там Hyundai, там квадратные иероглифы, которые прекрасно знаю. Зачем? Все, ребят, просто это не дело, то, что я так редко выпускаю уроки географии. Это не дело. Нужно просто... Это очень сложно. И что, вы понимали сейчас? Я понятия, блядь, не имею. Это может быть Австралия какая-нибудь? Может быть какая-нибудь Новая Зеландия? Ну пусть будет Австралия, блядь. Я не знаю. Охуенно, Исландия, блядь, что? Меня просто чпокин, блядь, делают, что это происходит? Я больше не буду такие перерывы делать. Ребят, может быть для вас, я просто не знаю, вот бронза, серия про бронзу была сейчас для меня записана неделю назад. Просто я там очень много видео записал наперед, и я сейчас такой после долгого перерыва решил вернуться. Вернулся, Саня. Вернулся, охренительно вернулся. Пиздец, мне так сейчас стыдно. Я не знаю, что это. Сан-Хосе. Сан-Хосе где находится у нас? Сан-Хосе находится в Аргентине, правильно? Сантьяго. Сан-Хосе. Где находится Сан-Хосе? Я 35-й раз это спрашиваю, каждый раз ищу, блядь, Сан-Хосе. Где находится Санта-Фе? Сан-Хосе это Аргентина, по-моему, нет? Ёбаный в рот, а, Саня, пиздец, это просто, это такой, конечно, стыд. Сан-Хосе. Что такое Сан-Хосе? Санта-Крус? Ну, как бы, ну, я предполагаю, что это вот эта часть Аргентины какая-то. Ладно, Сан-Луис, блядь, пусть будет. Ну, давай. И что? Что я делаю? Это что происходит? Что это происходит? Это прошлую катку я считал позу... Никогда в жизни я больше не буду делать таких перерывов.
Мне сейчас так стыдно. Я сейчас обескуражился от того, что мне стыдно. Я просто представляю, что вы сейчас... Чувак, типа, удивляется, что такое происходит. Я тоже удивлен. Но... Мне так сейчас стыдно. Я боюсь представить, что вы сейчас думаете. Пундо, Тробан, да. Что это, блин? Куда я попадаю? Куда я попадаю? Я не понимаю, что это такое. Я не понимаю, где я. Это Мексика, наверное, да, какая-нибудь? Это Мексика, я надеюсь, нет? Санта-Мария. Точка CV? Точка CV? Я понятия не имею, что это такое точка CV! Я не знаю реально, что это за... Что такое точка CV? Я не хочу гуглить, я честно играю. Санта-Мария. Какой-то остров, блядь? Я не знаю, что такое с точкой CW. Что это такое за сайт? Что такое Санта-Мария? Какой-то... Я не буду отвечать, подожди, я хочу... Я... Блять, мне сейчас... Я сейчас так обосрался, я сейчас... Не знаю, что это такое, блядь. Пусть это будет какой-нибудь, я не знаю, Доминиканский остров. Хер его знает, блядь. Я не... Ну это не... Там не... Это не Доминиканский... Куракао, блядь! Куракао! А почему точка CW? Что это значит? Что это? Пожалуйста, в комментариях мне объясните, откуда это взялось. Спасибо Сингапуру за цветные дома, за красоту и за сайты. Цитата подъехала. Где Сингапур, блядь? Ага. Блядь, ты еще... Ну как? Ну я-то... Ладно, я думал, я единственный, кто ГГ. Ладно, ладно, тихо, молодой, подожди. Так, ну это похоже на самом деле на Великобританию. Нет, нихуя, типа, это похоже, блядь, на Англию. Нет, фу, блядь, на это самое, на Америку. А может быть, на Канаду. Номера квадратные, но вообще... Блядь, ну, либо, ну вот надо бы какой-то что-то, типа, ну этот флаг, наверное, найти. Потому что, на самом деле, чем-то больше похоже на Канаду. Как-то холодно и... Бля, сейчас бы Канаду от Америки как-то отличать уже научиться, да? Было бы неплохо. В золотой дивизионе пацанчик был. Но это был, это в прошлом, друзья. Это все в прошлом. Точка ком. Ну вообще, может быть, и нифига не Канада. Может быть, и не Канада. Точка К было бы написано. Значит, все-таки Америка. Где у нас в Америке холоднее всего? Я не ебу вообще в душе, если честно. Ну, скорее всего, это Америка. Мне кажется, что ближе к Канаде где-то. Скорее всего, где-нибудь штат... Ну давай, Мичиган, не, давай Нью-Йорк, где-нибудь вот здесь вот. Охуенно. Охуенно. Ну я был прав, что это где-то наверху, только это штраф, да, штат вышел в пизду, короче, блядь. Я сейчас, мне так сейчас неловко и стыдно, вы даже не представляете. Я не знаю, как это передать, потому что... Вот, если я вижу такой грузовик, мне хочется ответить Боливия, но пока я не спешу. А может быть, блядь, это Боливия. Это у них такие машины ездят постоянно, я не знаю, это Боливия. Это Колумбия, блядь, точка ко. А, подожди, или точка ком, блядь. Что написано? Нет, точка... Подожди, Колумбия, точка ко? Блядь, ебучий случай, можно, пожалуйста, хоть какой-то... Что-то типа подсказочки или что-то. Ресторан Камеперолидос. Как же там все похоже? Я просто в шоке. Как же там все похоже? Я просто не знаю, в Боливии есть ли. Ну, наверное, есть. Почему нет-то? Вот да, бусос. Блять, вот все, что надо, кроме сайта. Кроме сайта или какого-то названия. Ну хотя название, скорее всего, какого-то города. Стопэ. Я уже видел и пропустил. Какие-то, блядь, бананы продают, нахуй, по акции. Ну что это такое? Ну я не понял. Ну Колумбия. Колумбийские бананы есть? Наверное, есть. Подожди, стоп, флаг. И они... Это Чили. Так, ну давай пусть это будет Сантьяго. Крупный город, наверное. Это Сантьяго. Да. Блядь! Что? 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 Охереть! Вот это я дал жаркое! Вот это... Чувак, ну не расстраивайся, подожди, сейчас дай я тебе то, что-нибудь отправлю. Хе-хе.
Хе-хе-хе. Только сейчас я... Этот Франк... Чехия, получается. Получается так. А какой город? Будем... Ну, вообще, это Healing Round, это ему больше надо, поэтому, пожалуй, я просто выберу Чехию и поставлю Прагу просто. Ну, как бы, потому что... Он был ближе. Я не совсем даже попал в Прагу, но похилился он неплохо. Ладно, это напряженная херня. Ребят, я должен реабилитироваться, это не дело. Это просто не дело. То, что я сотворил, это просто стыдоба. Это просто, я не знаю, какие ворота. Так. Пока вообще даже нет предположения, если честно. Веллингтон Стрит. Ну это не Америка, это что-то очень, блядь, такое странное. Я надеюсь, что он сейчас не найдет подсказку, потому что она по-любому какая-то здесь есть. Пока я вообще не пойму, серьезно, без всяких шуток. Желтые эти, может это Австралия какая-нибудь? Вообще, какое движение-то у них? Желтая разметка, вижу еще. Блядь, можно быстрее, пожалуйста? Быстрее, руль где? Да, это, походу, Австралия. Это Австралия. Точка, чё? По-моему, там, блядь, ЧЗ, блядь. Блядь, как бы это ни оказалось, Подожди, может это... Это Нью-Зиланд. Это Нью-Зиланд. Там .com, .nz написано, по-моему. Нью-Зиланд же, наверное, NZ. Бля, если я сейчас попал... Охуеть. Блядь, почему я решил там именно? Вот почему я решил именно там? Объясните мне, пожалуйста. Бля, ебать, нормальный урон такой. А как он понял, интересно, тоже увидел эту штуку или что? Блядь, жестко. Мало того, что я до сих пор... Надо принять уже это поражение ебучее и двигаться дальше, но не могу. Панасоник, блядь. Ну и что Панасоник? Я не понимаю, что это такое. Пока вообще не понимаю. Что-то очень странное. Очень странные какие-то дороги. Арка... Милан? Милан? Похоже ли это на Испанию, например, и дорога, ведущая на Милан? Это очень странно, нет? Милан, блять. Милан еще написан с двумя L, но это может быть по... Так, подожди, блядь. Ну, вообще, это похоже... Если уж похоже на какую-то европейскую страну, то, наверное, на Испанию, потому что я что-то вообще хз. Хотя меня напрягают эти бордюрчики и... Машины в целом не очень похожи на европейскую. Вообще какая-то обстановка такая. Я хуй его знает, ребята. Я вообще не знаю, что это происходит. Почему-то такое ощущение, что это не Испания, нифига. Подмышки какие-то, блядь. Монтевидео. Похоже это на Испанию? Мне кажется, что нет. Я не знаю почему, но такое ощущение, что это не Испания. А что это, блядь? X2 дамага, не шуточная херня. Машина, это какая-то наоборот. Это очень странное что-то. Это даже не похоже на Южную Америку. А что это, блядь? Я не понимаю, реально, испанский язык, окей. Это типа Мексика какая-то, но, блядь, нет. Полисия. Китайские машины какие-то, блядь, или что это, Лифан, или что там еще Лифан ездил-то, подожди. Это очень странное что-то, я реально не понимаю. Блядь, бред какой-то. Вообще без понятия, какие-то итальянские вроде. Милан, вот это что это такое, Милан? Куда? Охренеть, мы оба не знаем, что это, но он сейчас точно найдет. Я просто вообще без понятия, я вообще даже понятия не имею примерно. Наверное, из такого... Бля, Китай, смотри, китайских машин очень много. Это пиздец. Я сейчас нахожусь в каком-то заблуждении, я отвечаю. Я нахожусь в каком-то... Я не знаю, что это такое? Ты прикинь, куда мы попали? Уругвай! Ебать! Монтевидео, блядь, это город, оказывается. Охуеть, я даже не знал, что это город. Пиздец, Монтевидео, это название города в Уругвае. Ебануться, ты... Ты вот знал об этом? Ну, наверное, кто-то знал. Я не знал, честное слово, сколько я... Это что, столица, что ли? Я даже не знаю столицу Уругвая. Так, ребят.
Ну, вы понимаете, да, что вот эти два поражения, реально жестких, которых не должно было быть, я не могу оставить все так, как есть. Я понимаю, что я поздно спохватился, сделал кучу всякого говна, которое меня выкинуло из золотого дивизиона, и сейчас самый-то прикол, что я могу сыграть и проиграть. Но нам этого не нужно, нам нужна победа. Нужна победа, и мы должны вернуться обратно в золотой дивизион. Я очень надеюсь... Так, ладно, давайте, все. Я обращаю внимание на рейтинг соперника, потому что мы уже с вами поняли, что это как бы ничего не значит. Так, левостороннее движение Бали. Бали? Ну, давай поверим. Я не знаю, есть ли там такие, конечно, дороги. Так, подожди, а я знаю, где Бали, блядь. Я что, там был, что ли? Подожди, мне казалось, что это где-то около Таиланда, все, нет? Это остров такой? Я понятия не имею, честное слово, где Бали, блядь, сказочное. Охуенно, блядь. Или это Мальдивы? Нет, Мальдивы это Мальдивы, блядь. Подожди, а где Бали-то находится? Охуеть, я нашел, а я не знаю, где Бали. Просто не знаю, вообще, честное слово. Мне кажется, что это где-то... Мне казалось, что это Таиланд, что-то такое. Ну, охуеть, сейчас просто я могу, конечно, ответить впервые. Ну, он уже ответил. Ну, мне придется... Я не вижу. Ну, это где-то тут точно, да? Ну что ж. Ладно. Я думал, что там... Я не вчитывался, я просто увидел, думал, окей. Это Япония. Судя по всему, нет? Ну да. Так. О, нихуя себе экземплярчик хороший. А причем, подожди, нихрена это не 63-й, там C300, по-моему, шильдик. Так. Это Гонконг самый-то прикол, потому что точка HK. Повезло увидеть. Так, а где Гонконг у нас находится? Да, Саня, пиздец ты, конечно, шаришь. За... Давай прям сюда. Ну а чё там молотиться-то? Ха-ха! Ну, подожди. О-хо-хо! О-хо-хо! А Санёк-то, да? Порох в жопе ещё имеется! Так. Так, бля, подожди. Подожди, я видел иероглифы. Пиздец. Полный. Сейчас опять я читаю надпись, наверное, какую-нибудь, да? .com. Это, конечно, замечательно все, но почему тут иероглифы? Вот тут прям 100% есть подсказка. Прям 100%. Просто миллиард процентов тут есть подсказка, которую я, блядь, сейчас не увижу, да? Ну это не Тайвань нихуя, да? Что это, блядь? Это вообще к чему относится? Филиппины? Я не знаю, я все равно, конечно, ближе оказался, но я теперь учту, что там у нас получается и то, и другое. Это какой-то пиздец, ну это чисто лакерство. То, что сейчас происходит, это лакерство, потому что я чисто на... Пока сложно. Ну, Болгария мне вообще-то приходит в голову. Пока что. Что-то такое, нет? Албания, может быть, какая-нибудь. Ну, язык пока мне вообще ничего не дает. Что-то такое, нет? Ну, номера не красные. В Албании же красные номера, по-моему. Тихо-тихо-тихо, что там было написано? Блять, куда я поехал-то? Сложно, сложно, сложно. Это такое вот что-то... Что-то очень... Лола, гуси. Какие гуси, бля, какая Лола? Что происходит? Туристики. Я не понимаю. Так, ладно. Ну это что-то прям вот такое вот своеобразное максимально, блядь. Вот что-то максимально своеобразное, относительно жаркое. Гипс-декор. Что-то типа, знаешь, вот... Ну вот что-то типа Албании, но, по-моему, все-таки нет. Смотри-ка, он понял. А что у нас есть еще? Ну, слушай, ну давай, мне кажется, что это... Ну, это не Турция, точно. Пусть будет Македония. Албания все-таки, блядь. А просто что-то с красными номерами, по-моему, было, нет? Но мы все равно выигрываем, блядь. Сразу я правильно понял, что это Албания. Не знаю, почему я застал игру. У меня все нахер в голове перевернулось. Так, друзья, давайте я рискну.
Сейчас ситуация такая, либо я как бы типа заканчиваю серию и говорю, пацаны, мы остались в золоте, но либо я просто компенсирую то, что было в самом начале. Давайте я рискну. Либо мы вылетаем в итоге сегодня, либо закрепляемся обратно за все то, что я сделал в самом начале. Долгая серия получится, поэтому надеюсь, что ваш лайк так. Истанбул, понял. Ладно, хорошо. Учли, услышали, увидели. Ну, давай прям там где-то, я не знаю. Но вообще, в принципе, по языку я тоже. Турецкий все равно как-то. Блядь, легко не будет, уже понятно. Турецкий язык, он все равно как-то узнаваем. Так, ага. Так, и чё? Блять. Но мне кажется, учитывая, что очень много японцев, это какой-нибудь Петропавловск. Что-то такое, да? Блять. Ну давай попробуем найти сейчас, может быть. Ща. Это наш шанс. Слушай, очень сложно на самом деле. Реально очень много японских машин. То есть это что-то типа, мне кажется, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. Южно-Сахалинск, может быть. Хер его знает. Так, ладно, давай подожди. Бля. А он тоже ищет, смотри-ка, он не сдается. Он тоже хочет понять, где конкретно. Не спешит, хотя я думал, что он сразу ткнет где-то. Слушай, вот очень много японских машин. Смотри, сотки катаются, RX-ы. Не-не-не, это точно что-то такое. Смотри, он ответил. Ну давай, ладно, была не была. Комсомольск-на-Амуре давай. Он же тогда нас вытащил один раз. Бля, Южно-Сахалинск, я был прав. А, черт, надо было рискнуть. Но это я смотри, он тоже шарит, да? То есть он сразу тоже понял, что это такое вот что-то Хабаровск где-то там. Ладно, не удалось затащить, хотя шансы мне казалось, что были именно на этом затащить, но нет. Так, это у нас... Похоже на Грецию или какую-то... Ну, это Европа, кстати. Это не Южная Америка. Подожди, пока не спешу. А, ну так это Турция. Это Турция. А вот где именно? Ну это может быть вообще где угодно, на самом деле. Давай, пусть это будет около... Вот где-то поближе, наверное, сюда. Пусть это будет где-нибудь, ну, около Анкары. Блять, надо было рисковать туда еще правее. Слушай, ну мы прям на равных идем, прям на равных, пиздец. Так, сейчас Хиллинг Раунд же, да, получается? А, нет, еще, подожди. Еще нет, четвертый. Я уже, у меня все, мне уже плохо, пацаны, мне уже плохо. Так, окей. Это у нас... Подожди, это Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты флаг? По-моему, это Саудовская Аравия. Бля, всегда надо просто ближе к Дубаю. Просто всегда ближе к Дубаю. Как можно ближе. А почему-то что-то сейчас меня заглючило. Мне показалось, что это Саудовская Аравия, а не Объединенные Арабские Эмираты флаг. Так, Хиллинг Раунд, ну мне тут нужнее. Но он сейчас, скорее всего, тыкнет, да? Ага, понятно. Ну, давай попробуем попасть. Бля, я даже не знаю, экзотика какая-то. Ну пусть это будет Африка. Пусть это будет где-нибудь, я не знаю, Эствани. Сватини, или как он там? А, Таиланд. Ну, у меня была мысль, что это что-то типа... Что-то типа, возможно. А, так сами Андрюха играет. Вот почему он угадал-то этот самый. Понял тоже, что это где-то... Вот оно что. Так. Это Нидерланды. Получается, желтые номера. Ну да, только я не знаю, какой город. Давай без куражем просто. Может быть, конечно, Люксембург какой-нибудь, но по идее этот давай просто поближе к Амстердаму на всякий случай. И неплохо. Хорошо, отлично, я бы даже сказал, быстро. Но он Люксембург предположил тоже, почему бы, собственно говоря, и нет. Так, дабл дамаги. Надо собраться, надо как-то сейчас выигрывать. Потная катка на равных, все как, вот, как бы, вроде как мы любим. Нива. Я не знаю, что это. Это что-то...
Блять, да на самом деле не факт, что это Южная Америка. Это может быть как раз-таки какой-нибудь Бангладеш. А вероятность, что там... Вот эти штучки, блять, трехколесные, ну где они катаются-то обычно? Бразилера? Я не думаю, что это Бразилия. Не похоже это на Бразилию, как будто. Блять, я не видел, мы какие-нибудь надписи видели? Они на каком языке-то вообще? Может, это реально Бразилия? Блять, ни одной надписи, как назло, ты прикинь? Бля, может, это реально Бразилия? По-моему, кстати, тут нет иероглифов-то. Это, по-моему, вообще реально Бразилия. Давай-ка, да, похоже на Бразилию. Я не знаю, просто тыкну, потому что не знаю по городам. Эквадор. Эквадор. Да, видишь, вот как бы страну-то плюс-минус мы как бы одинаково назвали, но расстояние, пиздец. Ну, тут будет по факту, если я проиграю, да? То есть, как бы не хватило везения, получается. Блять, это что-то такое непонятное. Это что-то непонятное. Васильево. Болгария, что ли? Ха-ха. Так, блять, интересная херня начинается. А я не знаю, блять. Похоже это на Болгарию? А может это Монголия? Да нет, ну это похоже на Болгарию, мне кажется, нет? Автоплин, евро, супер. Болгария или нет? Рискнуть, может быть? Но вообще похоже по обстановке, что это вот что-то такое. Блять, ладно, Болгария. Ай, блять, опасно, пиздец. Давай поближе сюда вот. Блять. Как же на равных мы идем! Ну, правда, кроме Бразилии, потому что там трипл дамаги. Пиздец. Просто конкретный, конкретный пиздец. Так, так, так. Ну, это что-то вот такое, опять же, тайское, да, начинается. Что-то такое, что мне очень с трудом всегда удается угадать. Скорее всего, я причем не вижу ни одной надписи, там что-то было написано на этого. Блять, да нихуя, это походу... Почему Родригес какой-то там? Банка. Сейчас можно обосраться, вот что я понимаю. Вот реально, сейчас уже... Пизда. Я не знаю, что это. Пусть будет Колумбия. Блять, он ближе, пиздец. Он ближе. Пока живем. Просто чудом. Просто чудом, я не знаю. Ну, камбэк возможен, но это я не знаю, что должно произойти. Это настолько он должен как-то ошибиться. Желтые номера. Руль справа. Желтые номера сзади, подожди. Ну, Ирландия или Англия? Блять, у меня аж голос, у меня аж пересохло в горле, я настолько нервничаю, если честно, чтобы вы понимали. Это Англия, а вот какой город? Пиздец, сейчас от меня зависит как, а? Не буду рисковать, ближе к Лондону поставлю. Только не Isle of Man, пожалуйста. Все, пизда. Нет! Живу! Блять, пиздец! Ну как вот этот лес угадать? Вот объясни мне, просто как? Давай пойду в ту сторону, шанс может быть, что он там не найдет, а я найду, потому что вряд ли он развернулся тоже и пошел в эту сторону. Я не знаю, что это, я не знаю, что это. Очень сухо, пиздец. Он понимает, что ему сейчас просто надо сильно постараться, чтобы, в принципе, обломаться, а вот мне надо сильно постараться, чтобы выиграть, поэтому... Я не знаю, что это. Где такая засуха? Я не знаю, где так сухо, я не знаю, где так... Куда-то пока идем. Не знаю, Африку отвечать какую. Я не знаю, что это. Похуй, я буду верить в лучшее, блядь. Пусть это будет где-нибудь, блядь, в Испании. Пизда, нет. Это все-таки Африка, реально. Ну, я рискнул, потому что я думаю, блядь, ну, типа... Я уверен был, что он Африку ответит, а вдруг, блядь, эти кусты где-нибудь в Испании. Ну, ребят, ну, согласитесь, я боролся сейчас неплохо, но по итогу мы оказались в Сильвер-дивизионе. То, чего мне очень сильно не хотелось, и тут виной, конечно, мои первые две катки, которые были просто слиты, я не знаю, почему, как так получилось. Ребят, если вы хотите реально почаще серии, поддержите лайком. Просто такие перерывы, они реально до добра не доводят. Я просто только к третьей катке начал опять свои знания как-то освежать. И, ну, вот это, по факту, самая последняя катка, она такая самая интересная в том плане, что это вот, ну, по факту проиграл. Ну, реально, то есть за первые две мне реально обидно.
за тупизм мой, то здесь я реально боролся, ну просто вот, ну вот да, вот, ну вот не повезло. Но зато вот оказалось, что, видимо, я достоин Silver Division, и не надо мне лезть вот на золотой. Ох, друзья, друзья. Ну что, на этом серия подходит к концу. Огромное спасибо всем за просмотр. Оцените видосик, подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.